Всем привет, итак, у нас флешка на обзоре 32 гига компании IMA. Видим, что можно подключить к компьютеру, использовать как резервное копирование. Так, флешка, совместимость. Флешка сама USB 2.0, но совместимость 3.0. Инструкция все на русском. Вот такая вот флешечка. Будем распечатать. Достаем флешку. Такой вот кейсик удобный. И вот сама флешка. Видим. Компания IMA 32 гига. Так, вот я воткнул свою флешку. Сейчас что-нибудь перекопирую. Ну, к примеру, Ван Хельсинг. Флешка вставлена в USB 3.0. Нажимаю «Вставить». Видим, что скорость передачи составляет около 6 мегабит в секунду. Ну, от 3 до 6. Это очень маленькая скорость для USB 2.0. Но так, в принципе, флешка работает. Если будут какие-нибудь нарекания, я напишу позже в комментарии.